эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП под Немой. Там водитель УАЗа улетел в кювет и перевернулся. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение. Авария произошла в четверг днем на втором километре дороги Богородская Кырчаны-Соколова. 48-летний водитель УАЗа не справился с управлением и выехал за пределы дороги. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате происшествия три пассажира автомобиля получили травмы, в том числе 14-летняя девочка, которая была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Женщина и ребенок пострадали при пожаре в поселке Новом. Возгорание произошло 7 июня в частном деревянном доме на улице Громовой. На место прибыли 5 пожарных расчетов. С огнем боролись почти 20 спасателей. Несмотря на оперативность сотрудников МЧС, в огне пострадала 46-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук. С ожогами их доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стал вспыхнувший фен, который находился в детской комнате. Падение легенды «Прощай, железный Ганс». Таким образом, жители Котельнича попрощались с 35-метровым подъемным краном. Несколько лет он был заброшен и привлекал внимание подростков и экстремалов. Местные жители обратились к активистам ОНФ, а те обратились в прокуратуру с просьбой обязать собственника крана исключить доступ на объект посторонних лиц. Судя по всему, просьбу выполнили.